Всем салам алейкум, это Каштанов. Добро пожаловать на мой канал Каштанов Реакшн. И сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Казахстанец победил в международном престижном конкурсе пианистов». Вот так вот, ребята, крутая новость, без сомнений. Это видео мне прислали в комментариях, попросили сделать реакцию. Ну вот, ребят, незамедлительно выполняю. Ну а прежде чем мы приступим к просмотру, хотел бы сказать уже по традиции всем большой рахмет за то, что подписываетесь на канал, за то, что остаетесь на канале. А те, кто еще не подписались, ребята, внизу будет кнопка, проходите, прожимайте. Ну и не забывайте включать колокольчик уведомления, потому что видео выходит каждый день. А мы приступаем к просмотру. Кэтык! Казахстанец Салим Бейсимбаев стал победителем престижного международного конкурса пианистов в Великобритании. 23-летний музыкант, к тому же, удостоился приза зрительских симпатий и награды Королевского филармонического общества Ливерпуля. Подробнее о триумфе казахстанского виртуоза в следующем материале. Ничего себе, да. Вот так наш соотечественник Алим Бейсимбаев стал победителем 20-го международного конкурса пианистов в Лидсе. Наряду с золотой медалью молодой казахстанец получил денежную премию в 25 тысяч фунтов стерлингов. Призовой пакет также входит контракт со звукозаписывающим лейблом бонус Warner прилетел. Classics и возможность поехать в европейский тур. Года, ребят. Нам нужно было принести талант. Репертуар. Просто уникальный талант. Минимум 350 минут. Из-за этого этот конкурс считается один из самых сложных, потом из-за масштаба репертуара. После успеха на конкурсе у меня вышел уже как бы альбом с лейбл Warner Classics. Буквально, по-моему, вчера он вышел на Apple Music и Spotify. Они есть, да. Блин, у него крутое произношение английского. Он учился в музыкальных школах имени Куляш Байсиитовой, Жанио Бакировой и при Московской консерватории имени Чайковского. В 12 лет он продолжил обучение в Англии в школе Персела для молодых музыкантов. А затем перешел в Королевскую академию музыки. Родители никто не музыканты. Я единственный музыкант в семье. Родители сами рассказывали, что я сам выбрал маленькое игрушечное пианино в магазине когда-то, и с тех пор это как бы вот так вот пошло. Это пианино идет с ним по сейчас жизни, 23-летний виртуоз заканчивает магистратуру Королевского музыкального колледжа в Лондоне и мечтает в рамках своего международного тура выступить с концертом на родной земле. Амир Хайдаров, Галымжан Караманулы, Хабар 24. Блин, ну что, тут можно сказать, поздравляю. Еще я такой удивился, да, у него какое произношение английского, английских названий, английских слов, и тут же бах, он там с 12 лет, да, по-моему, насколько я понял, в Англии живет, там где-то учится, играет. И как бы это, с одной стороны, конечно, ему и на руку сыграло. То, что он, это для него не была какая-то непривычная обстановка. Он прям там полностью раскрылся, полностью раскрыл весь свой талант. Как бы в целом в знакомой для себя обстановке, в знакомой для себя среде. Наверное, если бы он, допустим, всю жизнь прожил в Казахстане и потом приехал на это соревнование, на это участие в этом конкурсе каком-то там, я не знаю, как это правильно называется, и выиграл, допустим, то это было бы, наверное, для него было бы еще сложнее, потому что как бы другая страна, климат, атмосфера, обстановка, ну все-все-все. А здесь все-таки, конечно, эти стены для него уже стали, ну так в кавычках назову, родными. Но это, конечно же, никак не умаляет его талант, который есть тут, безусловно, в 23 года получить золотую медаль в своей сфере деятельности, увлечению. Это у него все, да, ребята? Прям вот таким людям я завидую белой завистью, когда у него работа,
это же и есть увлечение, хобби и вообще смысл всей жизни, как бы все вот в этом. Да, это вообще круто. И когда особенно это все оценивается на международном уровне, то тут вообще слов нет. И опять же, это все повышает престиж страны, потому что везде упоминается, кто он, откуда он. Также вот в этом сюжете было сказано, что он вначале учился в консерваториях Казахстана, в двух, потом еще даже в Московской консерватории. То есть как бы он от вас взял, от России взял немножечко, да, опыта, и в итоге все это шлифанул и полирнул английской школой, назовем это так, и в итоге все-таки он выиграл. Блин, ну вообще круто, конечно. И сейчас, судя по всему, да, у него прямо жизнь выходит на новый уровень, на новую ступень, потому что тут уже контракты, тут уже тур по Европе, и там какие-то суммы денег ему выплатили. Насколько я знаю, фунты — это вообще очень дорогая валюта, то есть если переводить на доллары или на тенге, то там вообще, я так понимаю, вообще запредельные будут суммы. Ну да ладно, это как бы его деньги, не будем их считать, просто как бы порадуемся за человека. Прям вот, ребят, реально радуюсь как за своего. Ну, понятно, да, он гражданин не моей страны, но все же просто радуюсь как за человека. Блин, ну, ребят, прям вот, да, в последнее время что-то прям прет Казахстан. Из таких мировых, да, побед, что называется, это, без сомнений, в начале года был Иманбек, который просто взорвал все чарты, и вы все это знаете прекрасно. Блин, у меня была реакция, короче, на Иманбека, но ее забанили, и там как бы все, ну, нельзя ее восстановить. То есть там прям капитально все забанили, а второй раз это все переснимать, ну, как вы понимаете, нету смысла. Это уже будет, блин, не первая реакция, ну, как бы второй раз все это пересматривать. Тут вот вам, пожалуйста, пианист. Блин, ребят, я нигде здесь не написано, как его зовут, и я, к сожалению, не запомнил его имя. Извините, ребят, за этот момент, но как бы да, вот так вот. И... Но при этом я, конечно же, прямо очень рад и рад за него, за вас, за вашу страну. Молодцы. Так, ну что тут еще сказать, ребят? Кстати, это видео уже вообще свежее, я так посмотрел, оно от 26.09, сегодня 26.09, то есть прям свежачок, ребят, вам подаю. Кто посмотрит это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях такой момент. Ну, это сюжет из ваших новостей. Кто-нибудь видел этот сюжет или, может быть, из каких-то других источников узнал об этой информации? Или же вы узнали из моего ролика, из моей реакции? Ну, как бы, это, конечно, ничего не значит. Просто будет, как бы, приятно, если кто-то напишет. И если таких комментариев будет много, то это будет просто супер, вау, приятно. Если вы эту новость узнали из моего канала. Блин. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, это как бы, опять же, да, такая мелочь, которая особо так ничего не значит, но все же. Так, ну все, ребята, пишите комментарии, все, что вы думаете по этому видео, по моей реакции. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всем удачи, пока!